Какая литература вам интересна? Постапокалиптическая, наверное, больше. Вот. Мне нравится, когда люди фантазируют на предмет собственного самоуничтожения или уничтожения каких-то там другими цивилизациями. То есть вот такие книги, наверное, меняют жизнь, потому что тебе уже не кажется, что все так гладко, как есть на самом деле. Потому что я люблю смотреть кино, в принципе, и люблю все там, от каких-то сверх там заумных до совершенно трэшового какого-то там. Ну вот, последний фильм, который мне из новых 15-го года мне понравился, ну, в русском переводе он как звучит, как «Реальные упыри». Ну и как-то, если с иностранного переводить, «Что мы делаем в тени», там, условно. Короче, это вот про семей, ну как, про нескольких друзей-вампиров, которые как бы живут, и этот взгляд изнутри всей этой вот тусовки очень забавный. Ну, то есть, и очень дорого сделано, и вот это из разряда вот этой догмы 95, так называемого, направления, где типа Real Movie, или как это называется, Рументарий или что-то, название этому придумали. Ну, короче, псевдодокументалистика, условно. Я вот люблю такие вот фильмы, когда вроде бы люди снимают документальное кино, но тем не менее это совершенно абсолютное какое-то безумие и не имеет к реальности никакого отношения.